Аллея памяти жертв ДТП на улице Куконковых долгое время и сама считалась погибшей. Деревья, посаженные более 2 лет назад участниками проекта «Безопасность дорожного движения в 10 странах», почти все засохли. Кураторов международного проекта не волновало состояние саженцев до тех пор, пока в средствах массовой информации не появились критические отзывы. Сначала восстанавливать аллею собирались городские власти. Предполагалось даже, что березы заменят на липы или клены. В итоге судьбой аллеи занялись те, кто ее посадили. Однако у трассы снова появились березы, которые не очень хорошо здесь приживаются. Да и октябрьские заморозки не способствуют укоренению саженцев.